Здравствуйте, друзья, подписчики и гости моего канала. Спасибо, что заглянули на мой канал «Грани вкусов жизни». Сегодня готовим легкий творожный десерт «Блан-манже» с фруктами. Если вы уже подписаны на мой канал, нажимайте на колокольчик, и вам обязательно будут приходить оповещения о новых видео, вышедших на канале. Готовится десерт быстро, легко, а получается очень вкусно. Заливаем желатин молоком комнатной температуры и оставляем набухать. Фрукты нарезаем мелкими кусочками. Также можно использовать не только свежие, но и консервированные фрукты. Творог используйте любой жирности. У меня 9%. Но обязательно надо протереть через сито 2 раза, чтобы не оставалось крупных комочков творога. В протертый творог выкладываем сметану. Можно взять 15% или 20%. Высыпаем сахарную пудру и ванильный сахар или ванилин. Рецепт обязательно оставлю в описании под видео. На высокой скорости миксера пробиваем творожную массу до однородного состояния. Приблизительно в течение 2-3 минут. Набухший желатин растапливаем в микроволновке примерно 30 секунд. Но обязательно следите за тем, чтобы желатин не закипел, иначе он теряет свои желирующие свойства. Выливаем растопленный желатин в творожную массу и на низкой скорости миксера перемешиваем до однородного состояния. Добавляем нарезанные фрукты и ягоды. Смешиваем лопаточкой, чтобы фрукты равномерно распределились в творожной массе. Выливаем в любую силиконовую форму. У меня форма на 960 мл. Выравниваем массу лопаточкой в форме. Несколько раз постучим, чтобы вышли лишние пузырьки воздуха и масса распределилась в форме равномерно. И еще раз выравниваем ложкой. Накрываем пищевой пленкой или пакетом в контакт и убираем в холодильник на 5-6 часов до полной стабилизации. Достаем десерт из холодильника, выкладываем на тарелку. У меня кондитерская подложка. Снимаем форму. Украшаем десерт по желанию. Я украсила клубникой и абрикосами. И добавила небольшие листики мяты. Украшайте, как вам хочется, конфетами, фруктами, печеньем. Легкий, нежный и вкусный десерт понравится не только детям, но и взрослым. Побалуйте себя и своих близких такой вкусняшкой. Если понравился рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Приятного чаепития и до новых встреч!